Сегодня 6 мая. 20... запись пошла. 6 мая 22 года. Мы заехали с братом Владимиром на автодром для практического вождения. Вот брат Владимир сел на свой личный автомобиль Невроле, Шевроле Нива. И будет повторять заучный урок, как правильно, как научиться практическому вождению. Это находится в Барнауле, в черте города. Сейчас выполняет задание остановка и трогание автомобиля, легкового автомобиля, в горку и остановка автомобиля с горы. Вот он, здесь линия стоп. Все это нужно соблюдать. Все правила дорожного движения. При изменении направления движения нужно обозначить автомобиль подачным сигналом указателя поворотов, что и брат Владимир и делает. Вот движение задним ходом. Зеркало поправляет, но поздновато, раньше надо зеркала Ну, на ошибках учатся, запоминаются эти. Не все сразу. Мы ходить-то и разговаривать научились не сразу. Не поместился. По новой сделай, пожалуйста, заезд. Главное обрести уверенность, чтобы страха не было. Не страха перед дорогой, перед дорожными условиями, особенно перед инспекторами. Инспектор, он, это наш друг и помощник. С ними относиться нужно дружелюбно, как и с каждым человеком. Сейчас я помогу брату Владимиру поправить зеркало. Тут все механическое, все. Опусти. Говори куда. Все, я его опустил. О, помощь не понадобилась. Слава Богу. Теперь я в этом месте только мешаю. Сейчас будет тренироваться заезд в ворота, в гараж. Давай, брат, с Богом. Что сделать? А? Опустить, пожалуйста. Жмется.
само зеркало не поворачивается. Вот такая конструкция, брат. Сейчас одеяло возьму, я подложу себе. Подложи одеяло. Подушку-то не взял, надо подушку. Во. Наши советские автомобили — это танки. Но только немножко сиденья там не предусмотрено, особенно под рост. Всегда смотри, что снимаешь. Вот, сейчас повыше будет. Задача въехать в ворота. По направлению я просто не хожу. Смотри правую сторону, левую тебе нормально идет. Я зеркало не вижу. Ну что ты будешь делать, зеркало не видишь. Не опускается вниз и все. Да. Почему не поворачивается? Машина. Да, все, максимум. Хватит? Чуть-чуть на себя подальше. Еще? Еще. Куда? Ну, вот так вот, если буду сидеть, то я уйду. Не все, ходи. Вот очень важно при управлении автомобилем, чтобы технически исправный был автомобиль. И зеркала соответственно. Ну и это вот такой вот. О, хорошо, хорошо идешь. Выворачивай. И выравнивай. И выравнивай. Не слышит. Выравнивай. Хорошо. Хорошо. Мне инструктор сказал, вот для новичков, как только плечом поравнялся вот так вот, с этим камнями внизу, покажи камни. Вот эти вот камни, вот. Это ориентир. Да, как, как плечо, да. Это для новичков. Это для новичков. Все, я поехал ответить. Ну, у нас время есть еще, полчаса можешь тренироваться. Задним ходом еще. Я буду еще тренироваться. Плохо, что нет, но не побуду. Повторение, мать учения, очень важно. Не бояться, не говорить, что с первого раза получилось, и я все знаю. Ошибочное мнение бывает. Повторение, закрепил и утвердился. Так и во всем. Вот. Остановился на горку. Поставил на ручник автомобиль.
Три штрафных круга, как в биатлоне. Тут важно еще чувствовать автомобиль, и чтобы соответствовало голова, ноги, руки, все это действовало. Голова видит, воспринимает, нога нажимает, она чувствует газ. А рука автоматически скорость переключает, ручник снимает, левая нога сцепление выжимает. Все это надо до автоматизма довести. Зачем? Лево руляй назад. И смотри. Лево руляй назад и смотри вот за этой полосой. Вот за этой полосой смотри. С левой стороны. Нормально, нормально идет. Идет, идет, нормально. Идет, идет, идет. Иди, иди так. Выравнивай теперь, выравнивай. Выравнивай автомобиль. Колеса. О, научись в движении выравнивать. Сейчас хорошо. Немножко, немножко косо, чуть-чуть косо получилось. Он мне это, да, я видел, что косо. Он мне говорил, ориентир, еще один. А я по нему забыл, нет, нормально вообще. Еще один ориентир здесь. Я забыл. Я сейчас сделал, как нас учили в школе в Барнауле. Ага. Так, школе. А он, этот инструктор местный, показывал немножко другой ориентир здесь у нас. На этой площадке, чтобы не кое-то ориентироваться. А тот я запомнил, значит, против плеча остановиться вот там. Это получается выезд со двора, если вот так вот определить упражнение. Включил левый поворот, убедился в безопасности, пропустил все движущиеся транспортные средства. Прямо поворачиваюсь направо.
Вот так происходит обучение почти у каждого. Сначала желание приобрести автомобиль. Пока не знаю, я сейчас посмотрю. Хорошо идет. Езжай. Хорошо идет. Ну, сбил ворота уже, все. Ничего, повторение, мать учения. Тяжело в учении, легко в бою. Выравнивай. Надо, конечно, еще больше, сейчас поездим еще. Это вот так я тоже в автошколе, это в Барнаульской учился, тоже так же ездил. Но не у каждого инструктора свои научения. У каждого свои способы постановки даже. Это вот так вот подъезжаешь близко. А у нас, наоборот, заезд в гараж задним ходом. Учили, чтобы, например, за 2 метра, вот это от стенки от этой, ты должен там заехать. И 2 метра туда углубиться. И только после этого направо включаешь поворотник и начинаешь сюда погружаться. То есть, ура. А этот говорит, он говорит, что это более жизненно, вот то, что сейчас вот он меня научил, здесь мамонтовский инструктор. Это, говорит, более жизненно будет, чем они, говорит, учат. Ну вот так вот, все, слава богу. Покажи окрестности, вот это озеро показывай, да? Ну вот немножко территории можно вот осмотреть. Смотри, небо. Вот небо. Какое сегодня прекрасное. Прекрасная погода. Господь дает нам, да. И птицы поют. Славят Господа. Славят Господа нашего Иисуса Христа. Ну все, слава Христу. Слава Христу.